Друзья, приветствую вас на своем канале «Сказы сибирского шамана». Это маленькое видео посвящено тут моей гости, вестнице весенней бабочке дневной павлиний глаз. Не знаю, проснулась она от спячки или скорее вылупилась, может быть, из-за куколки, которых в деревне хватает везде, в сарае, в подполе, на чердаке. Ну, вот такой маленький сюжетик. Смотрите, наслаждайтесь. Бабочка жила в доме дневной павлиний глаз. Каждую весну такое явление. Придется подкармливать ее медом разведенным, ну или сахаром. Разлил ей воду с медом. Здесь совсем обессилила, еле-еле пьет. Ну, похоже, пьет. Когда на ладошку ее посадил, он вообще был обессилен.
Так вот бьется человеческая душа, как бабочка. Бабочка не знает, что там снег на дворе. Думает, там вылетишь, а там зеленая трава, цветочки. Вот так и душа человека куда-то бьется, бьется, рвется, вырвется, а не знает, что там зима. На ухо. И пожинает свои горькие плоды. Правда, это опыт, а опыт складывается. Чего там появилось? Слушая проснулась или заново, так сказать, родилась из куколки. Из бабочки много оставляет куколок. Опали в сарае, видите, подходящее место. Вот такая несуразица получается. Ну а если посмотреть с другой стороны, вот она, вестница весны. Каждую весну вот так вот происходит. Благодарю вас, друзья, за внимание. Приходите на мой канал. Будет еще много всего интересного. Подписывайтесь на мой канал. Оценивайте видео. Пишите комментарии. Вопросы задавайте. Делитесь моими видео, если они интересны. До встречи на канале «Сказы сибирского шамана».